Всем здорово, с вами Сергей Пушков. Сегодня я играю в игру Handle with Care. Игра про, вот если видите мой курсор, вот этого чувачка, который пришел, видно, из барбершопа, потратил там все деньги, теперь у него нет денег, и он будет зарабатывать их, перенося всякие вазы, колонны в музее. Не знаю, это музыка палевная или не палевная, поэтому скажу, что песня «Лаконичная бабка» сделана Кевином Маклеодом. На всякий случай, чтобы мне не дали страйк по поводу музыки авторской. Ну, а мы начинаем. Что за уникальная возможность для тебя быть грузчиком в нашем музее? В первый раз в Эстотии мы получили две большие коллекции древних реликвий в одной комнате. Твоя работа заключается в том, чтобы поставить последние три реликвии на их места. Иди, директор. Ну, погнали. Так, а вот, собственно, и мы. Мы вот так вот ходим. Что у нас тут? Музей у нас. Вазы есть. И вот я понял наши три реликвии. Ну, давайте возьмем колонну. Угу! Чё у него с ногами? Чё его так клонит? Я понял, в чем прикол этой игры. Нужно ничего не уронить. Ой-ой-ой. Вот куда ты так ходишь с такими ногами большими? Тебе бы в спорт идти с такими ногами, чувак. Но не таскать колонны с вазами. Ну так же ж нельзя. Ну как мне теперь пройти тут? Ну-ка, пошли потихоньку. Тихо. Поворот. Давай, чувак. Нет, только не в колонну. Ой-ой-ой. Как его, я не знаю, наклоняет. Как будто сейчас землетрясение. И все наклоняет прям. Так, я понял, что вот это, да, место? Ура! И мы получили 1000. 1000 очков, денег, не знаю, давайте вот так вот пройдем мимо всех этих реликвий. И возьмемся, я не знаю, за вот эту китайскую вазу. Куда тебя так понесло? Просто взял вазу, его понесло, он может на шпагат сесть с этой вазы. Не надо нам тут на такую большую вазу падать. Разобьешь, и все это еще заберут. Тихо. Осторожно. Тут же картины, надеюсь, не разбиваются. Но я все равно осторожно к стенке не прижимаюсь. Не, и главное, ваза не скатывается. Вот как вот приделана к этой деревянному поддону. Так и неси нормально, я ничего не вижу. О! Так, пошли. Давай. Давай, дойди. О, получили 2000. Теперь осторожно. Идем вот так вот. Как, я не знаю кто. Но так мы можем ходить, как Майкл Джексон. Но мы так можем разбить что-то, поэтому лучше не так. Так не надо ходить. Я вам советую, если вы хотите в музее что-то потаскать за деньги, то советую вам не ходить спиной вперед. Так, и тут нам придется аж на второй этаж подниматься, да? Ой, тихо, наш шпагат не садись. Вазу трясет. Так. Идем потихонечку. Его вроде на подъеме вообще. О, не, все-таки понесло чуть-чуть на подъеме его. Я думал, вниз потянет. Оно только вверх тянет. Тихо, чувак, не надо. Он прямо своей вот этой левой ногой, прям каждый. Он ногой залез в стенку. Так нельзя. Нет, назад, отступаем. Надо, чтобы левая нога успокоилась. Тихо. Ну, я вот сейчас ничего не делаю, его самого наклоняет. Так что погнали. Тихо. Нет, не надо. Тут на мне. Не надо. Вот, уже все, последний. Все, конец. Конец игры. 3000 очков, я понял, это максимум. Главное меню. А теперь давайте попробуем взять там что-то из коллекции и разбить все. Интересно, сколько мы получим. Вот взяли мы эту вазу прекрасную. И погнали мы разносить. Вот прям иду прям на пролом. О, минус 250. А за тарелочку, сколько у нас будет? Давай. О, минус 500. Тут всего лишь минус 250. А нам прям 1000 платят за то, что мы... Тихо, стенку.
А ваза не разбилась, а так нельзя, ваза не разбилась. Не, ваза... У них китайская ваза. Представляете, такая какая-то... Видно, сделанная из металла, а не из древнего хрупкого стекла. Ну, не стекла, но такого материала древнего. И она, главное, не разбивается. Подделка это все. Китайская подделка с Алиэкспресс. О, мы раскусили музей. Тут не все настоящее. О, давайте эту большую вазу разнесем. И тоже мы вот получаем минус 250 за такую большую вазу. Хотя за вот такую среднюю, если мы ее правильно принесем, то получим 1000. Так, минус 250. Колонны, я вот не понимаю, почему колонны такие хрупкие. Это же все-таки камень какой-никакой. Должен же держаться камень. Более-менее. Ну да, там потрескаться, но не в дребезги. Так, пошли, пошли, не падай только. Не падай, не, нам падать не надо, чувак. Интересно, а эти мы левые вазы можем, вот, которые вот над нами, можем взять тут отделочку и разбить? А ну-ка. Не, настолько отталкивает. А ну-ка. Может наклонит? Наклоним чувачка из вазы и... Не, ну прям... О, коснулись, коснулись, дело уже хорошее. Но не видно, не разбивается вообще по игре. Так что давайте эту разобьем. Мы прям скинули ее. Ладно, давайте поставим, погасим долг. А тут мы никак, да. Прыгать не умеем. И бежать, шафтить тоже не умеем. Но это и правильно, если правильно проходить игру. О, смотрите, какой беспорядок. Вот это кайф. Давайте возьмем колонну. И колонны будем разносить. О! На шпагат садись, давай. Отделочки вот эти нам зачем нужны одинаковые? Точно же какая-то подделка тут. Ну, еще давайте на китайскую коллекцию залезем. Вот эту вазу снесем. Она вообще никому тут не нужна. Вот некрасивое все это. Надо музей полностью реставрировать. О! О, не, мы эту вазу смогли разнести. Надо потом к той вазе сходить. И тоже на нее наступить. А то это тоже не разбилось сразу, но мы потом на нее наступили хорошенько. Давайте к ней сходим. У чувака как раз ускорение пошло. Давай, давай, давай. Идем прямо на ту вазу. Да, и вот я вот сейчас просто W держу и его влево-вправо. А ну-ка, давай наступим на эту вазу. Наступай. Наступай, чувак. Че, не хочешь наступать? О, все, дал ногой по вазе, молодец. У нас уже минус 5500. Вот я говорю, не надо в барбершоп ходить. Надо самому там бородку отращивать или наоборот сбривать. Кому как надо. А вот это брать услуги за миллион, там, ну шучу, за кучу денег, чтоб тебе какую-то там сделали прическу бороды, это бред. Такой бред, так что... Чувак, будешь знать. Вот колонна между этих подставок осталась. Ну не подставок, вот этих. И витрин. И тоже витрины без стекла, без ничего, если кто-то дотронется. И тоже такой музей. Сверху он... Но я не могу выше поднять. Какие-то колонны стоят по центру. И какие-то коллекции стоят. Ну это вообще какой-то... Я говорю, музей надо демонтировать, реставрировать. Давайте поставим эту колонну и пойдем уже с вазой китайской трощить, превращать в кучу мусора, которого надо выкинуть. Эти всякие китайские вазы. Ну, чуть-чуть погасили мы свой долг детектору. И все равно минус 6150. Не застревай в колонне. И погнал. О, какая большая ваза. А ну иди сюда. И опа. Вот бы еще другую задеть. Ну ладно, мы уже так пройдем просто напролом. Вот так вот. Во. Уже минус 7150. Мне кажется, нам должны были уже дать минус 50 тысяч. Как минимум.
древние вазы как-никак, а мы их берем и разбиваем. Что-то тут не то. Видно, это первый раз в истории, когда директор решил покупать вазы, которые продаются на рынке, в магазине, и решил поставить их в музей и зарабатывать на этом деньги. Это нечестно. И наш бородатый мститель начинает все разрушать, ломать, разбивать. Давай-давай эту большую вазу. Но чтобы за большую вазу и минус 250, это не очень. Если мы принесем вазу, мы получаем 1000. Минус 10 тысяч 150. И минус 10 400. Давайте пройдем в центр. Надо не забыть ничего тут снести, чтобы получить максимальный... О, может, как раз эта ваза высокая, можем снести... Снести вон те, которые стоят выше, чем наш персонаж. Это пройди ты сквозь эту колонну. Ну, чё с тобой не так, чувак? Ну да, иметь такие ноги, ну вообще. С такими ногами, я говорю, только надо в спорт, там, в беговой. Или там на лыжах, я вот не знаю, если зимние Олимпийские игры. То на лыжах такой с такими ногами, опа, опа, и все. И уже быстрее всех прибежал. Так, тихо-тихо, еще рано наклоняться. И опа, не получилось. И давай, и опа. Да снеси, давай. Ну да, они только наклоняются, а так не сносятся. Вот я вот пытаюсь, и ничего не получается. Давай хотя бы вот эту. Ну да, они только наклоняются. А ты можешь залезть на вот эту витрину? Или забаговать ее, чтобы она взлетела на воздух? Не, не можешь. Ну и ладно. Давайте катить витрину вместе с нами. Будем тестировать физику этой игры. Будет ли катиться витрина? По-моему, будет. Во! Во-во-во! Я был на витрине. Этот чувак только что подлетел. Давай-давай, погнали. Это у нас будет каток. Мы будем вбивать в кафель все остатки вас. Вот, просто шикарно. Мне вот нравится. Так что сейчас донесем последнюю вазу. И тогда я, под моим расчетом, очень сложным математическим, у нас будет штраф, долг этому директору. 9400. А ну-ка, давай неси уже. Уже нечего тут бояться. Разбивай, наступай, кати. Уже, чувак, все. Конец. Не, кстати, мы даже не получаем 3000. Ну, то есть 1000 за... Не, подожди, 400. И 250. И тогда снес что? 150 сняли. Ну, именно. Ну, в общем, нас опять обманули. И теперь мы должны 10250. Мои математические расчеты, это неправильно. Потому что мы уже сделали, уже нельзя добавить 1000 и погасить долг. Штраф. Я тебе вот, да-да-да, он повернулся, как раз слышит меня. Я тебе советую бежать отсюда и не появляться дома в популярных кафешках, клубах и полицейских участках. Ну а на этом, я думаю, пора заканчивать. Мы разбили все. В первый раз мы вообще успешно, я дошел и получил 3000. 3000 тут максимум, ну, потому что только 3 предмета, с каждого по 1000 будет 3000. Больше мы не получим, также мы все разбили и получили штраф 10250. Но, я думаю, уже на этом пора заканчивать. С вами был Сергей Пушков, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте во все группы, во всех социальных сетях, кроме Телеграма. Я не доверяю Дурову. И желаю, чтобы Роскомнадзор заблокировал этот Телеграм, чтобы Дуров не создал свою криптовалюту и не засунул ее в Телеграм и не майнил на пользователях. Также советую подписаться на Steam Куратора. Будьте в курсе игрового мира, там опять новые обзоры я запилил. Можете зайти посмотреть, подписаться,
чтобы знать, какая игра хорошая, какая плохая. Но я думаю, вы это уже знаете. Но что он так на меня смотрит? Он на меня же сбил. В смысле? С вами был Сергей Пушков. Всем пока!